Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Султания Еситакаева. Сегодня в программе. Открытие детского сада «Антошка» сократило очередь дошкольного учреждения Симферополя на 260 мест. И в Батарейском микрорайоне провели электричество. В Старом Крыму открылся новый спортивный зал для занятия боксом. Закрытие фестиваля «Гезлев Капусы» в Евпатории. Кто стал победителем? Исторические лица, воплощенные в бронзе. В международном аэропорту Симферополя открылась выставка скульптур. «Антошка» открыл свои двери для дошколят. Новый детский садик в Симферополе рассчитан на 260 мест и обеспечил 70 жителей города рабочими местами. На торжественном открытии побывал глава республики. Вместе с ним экскурсию по дошкольному учреждению посетила и наша съемочная группа. С подробностями Фатиме Сейдометова. Это первые воспитанники детского сада «Антошка» в Симферополе. В день открытия специально подготовили танец. Один из воспитанников, пятилетний Роман Росло, в восторге от спортивной площадки. Вот только друзей пока еще не нашел. 1 сентября перейду и со всеми подружусь. С открытием детского сада руководители учреждения поздравил и глава Республики Крым. Я знаю, что родители много сделали для благоустройства и вообще оказывали содействие здесь по месту. Строителям спасибо, что вовремя сдали объект. Я думаю, что по качеству тоже претензий не будет. Мебель, посуда, все куплено администрацией города Симферополя. Наталья Федоровна здесь держала руку на пульсе. Ленту торжественно перерезают вместе с руководителями города Симферополь. Что? Давайте, давайте. Ура! Этот детский сад построили буквально за 2 года. Он рассчитан на 260 дошколят и уже обеспечил работой почти 70 специалистов. Но мест в государственных садах по-прежнему не хватает, отмечают руководители города. Мы знаем, город Симферополь развивается, расширяется, людей все больше и больше, рождается больше деток, это здорово. И, конечно, большой дефицит детских садов. Сегодня и город, и, конечно, и республика заинтересованы в том, чтобы строились эти детские сады. В детских группах мягкая мебель, необходимое оборудование в пищеблоке и медицинский кабинет. Внутри садика светлые просторные комнаты, спортивный музыкальный зал и расписанные стены. Вот, собственно, и сам «Антошка», в честь которого и назван новый детский сад. Имя героя советского мультфильма выбрали не случайно. Активный и позитивный «Антошка» будет вызывать у детей приятную ассоциацию с садиком. Всегда думаю, чтобы название было ласковым. У нас есть и колокольчик, и малинка, и солнышко, и карандаши, и еще много названий. Ну, наверное, просто потому что «Антошка» ассоциируется с детством. Все мы помним эти веселые мультфильмы, где был Антошка. Антошка – ленивый герой. Вы знаете, вне зависимости от того, что он ленивый или нет, он герой исправляющийся. По словам главы администрации столицы, до конца года свои двери откроют 10 детских садов, а это почти 2000 дополнительных мест. Фатиме Сейдометова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Крымские власти задумались о строительстве новой автостанции в аэропорту Симферополя, с которой можно будет добраться без пересадок во все регионы полуострова. Были предложения там старый аэропорт задействовать, но тогда надо каким-то образом, чтобы через сам аэропорт, не в объезд, то есть как бы людей могли подвозить непосредственно шаттлами на автостанцию. Ну сейчас этот вопрос прорабатывается. К 15 сентября будет решение опубликовано, как выйдем с этого положения. 7-й спортзал в рамках программы «Спортзал в каждом населенном пункте» открыт. В Старом Крыму впервые за десятилетие появился боксерский зал. Старший тренер и вице-президент Федерации бокса Виктор Спирин лично встретился с депутатом Госдумы Русланом Бальбеком, чтобы выразить благодарность. Я объездил 176 городов, ну, в мире это получается. Но таких залов, может быть, 1-2 я видел. Великолепный зал, светлый, уютный, который привлекает детей. И поэтому там и будет результат. Хотя и до этого у них были результаты. И я верю, что вот в 2020 году будут Олимпийские игры, они не успеют, а в 2024 должны попасть на Олимпийские игры с этого зала. При поддержке главы республики и администрации города Старый Крым здание бывшего хозяйственного магазина передали для строительства боксерского зала. Сделал ремонт и оборудовал его предприниматель Искендер Сейдхалилов. Могу сказать, что по отзывам руководителей Федерации бокса Крыма, что это один из лучших спортзалов на юге России. И, конечно же, очень отрадно, что вот наша программа набирает обороты. Это симбиоз бизнеса,
поддержки органов власти и спорта. Более подробно об официальном открытии спортзала в сюжете Мухаммеда Зикирьяева. Лента перерезана, боксерский зал открыт. Этого момента боксеры Старого Крыма ждали всю жизнь. Теперь спортсмены города будут заниматься в спортзале, в котором есть практически все условия. Профессиональный боксерский ринг, 8 современных боксерских груш, тренажерный зал и раздевалки. В этом спортивном зале созданы практически все условия для тренировок. Теперь будущие чемпионы свои спарринги будут проводить именно здесь. Торжественная часть открытия боксерского клуба началась со спаррингов. Лучшие спортсмены со всего Крыма выступили перед зрителями. В правом углу ринга боксер Арсен Халилов. На сегодняшний день он является лучшим в Крыму в своей весовой категории 54 килограмма. 19-летний спортсмен свой дружеский спарринг проводит с феодосийским боксером. В этом бою победила дружба. Для меня бокс – это все, наверное, это вся жизнь. Собираюсь все в боксе до конца. Хочу выиграть чемпионат, ну, сейчас на Южный федеральный округ готовлюсь, хочу выиграть. Потом хочу поехать на чемпионат России. Удары по груши. Вот так бронзовый призер первенства России Владимир Мироненко готовится к выходу на ринг. Самый мой большой титул – это бронзовая медаль на первенстве России. Дальше у меня, в этом году я выиграл первенство ЮФО. Года 3-4 я уже являюсь первым номером первенства Крыма. На сегодняшний день в Крыму боксом занимаются более 3000 человек. Этот вид спорта развивается во всех районах Крыма. Наши спортсмены выступают на чемпионатах мира. Проводим много турниров во всех городах почти. В памяти известных боксеров, тренеров. И два турнира у нас, которые класса, где присваивают звание. Это памяти Педро Сайса Бенедикта в Симферополе и памяти героев Севастополя в Севастополе. Турниры, которые утверждены как турниры высшей категории. Вот. И много, каждый месяц у нас турниры проводятся, начиная с января по декабрь. Такие, кроме чемпионатов и первенств Крыма. Поэтому у нас круглый год бокс в залах. Вот. На открытие спортзала приехал чемпион Европы и входящий в десятку лучших боксеров мира Сервер Эмурулаев. Я очень рад, что в Крыму еще один вот зал сегодня у нас прибавился. И как мы посмотрели, да, зал какой большой, красивый. И кроме того, что он большой, красивый, тут все есть, да. В данный момент вот качалка, что надо для боксера, ринг, мешки, раздевалка, душ. Это очень большой плюс у нас сегодня в Крыму. И данные, как бы, в частности, это у нас в старом Крыму. Поэтому я очень рад, и для Крыма это очень большой будет толчок, как бы, для чемпионов и для простых ребят, да, что есть такой зал. На сегодняшний день в рамках проекта «Спортзал в каждый населенный пункт» построены 6 борцовских клубов. Среди них первый боксерский зал. Это уникальный проект «Спортзал в каждый населенный пункт». Взаимодействие бизнеса, органов власти, родителей, тренерского состава дают такие результаты. Когда мы получаем полноценные спортзалы, то есть и возможность для нашей молодежи найти еще одну точку притяжения и дать вот те результаты, достичь высот в спорте. Поэтому считаю, что это большой праздник не только для Старого Крыма, не только для Кировского, для всего Крыма, для всего мира бокса. В строительстве спортзала активно участвовал житель Старого Крыма, предприниматель Искендер Сидхалилов. С Федерации бокса Крыма приехали тренеры со всех районов Крыма. Им понравился зал. Главное, они отметили, что у нас в зале очень светло. Достижение нашего боксерского клуба, как бы, на фоне Крыма серьезные. У нас есть ребята-чемпионы Крыма, которые входят в сборный состав Крыма.
Благотворительная программа Руслана Бальбека «Спортзал в каждый населенный пункт» реализуется при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова. С декабря 2016 года построены залы для занятий борьбой в Бахчисарае, Судаке, Белогорске, в селе Перевальном и два в Симферополе. В настоящее время ведется строительство в Евпатории. Мухаммед Зикиреев, Виталий Голубев, телеканал «Милет». Около 1200 избирательных участков будут работать в единый день голосования 8 сентября. И еще 38 в местах временного пребывания граждан в больницах и в аэропорту Симферополь. Об этом сообщил на пресс-конференции глава избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев. При голосовании планируют использовать около 250 КОИБов в 7 городах. При этом в Симферополе их установят во всех участках. Машина быстро обрабатывает бюллетени и четко определяет, за кого проголосовал избиратель. В 27 участках установят камеры видеонаблюдения с трансляцией изображения в интернет. На участковых 300 участковых комиссиях будут установлены видеорегистраторы. То есть это видеорегистраторы, которые будут фиксировать, естественно, но без выхода в интернет. Они будут отражать то, что происходит на участке от начала голосования до подсчета голосов. И в Евпаторийском микрорайоне Айсабай загорелась первая лампочка. В 2011 году городской совет выдал здесь 247 участков для строительства домов. На протяжении 4 лет местная администрация никаких работ по благоустройству района не проводила. И только в 2015 году Госкомнат совместно с новой властью создали первую рабочую группу и провели свет. Более 211 опор установлено, 5 километров кабелей натянуто, КТП 400 КВА привели в микрорайон, тоже подземные сети по высокой линии, 2 километра доведены. То есть сегодня здесь уже, я думаю, более активно начнется развиваться жизнь, потому что, как говорится, включилась первая лампочка. На данный момент в микрорайоне началось строительство. Здесь живут люди. По словам председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленура Абдураманова, следующий этап – подключения воды. Планируется с начала года следующего эти работы. Конечно же, также стоят в программах у нас и мероприятия по газификации. Таким образом, сегодня полноценно и системно, как должен развиваться микрорайон, мы со своей стороны также оказываем содействие для того, чтобы в ближайшее время у людей были наиболее комфортные условия, чтобы все могли застраиваться и комфортно проживать в данном микрорайоне. В Крыму выделили около 8 миллионов рублей на развитие пчеловодства. Об этом сообщил глава Минсельхоза Андрей Рюмшин. По его словам, на полуострове порядка 80 тысяч пчелосемей, и они ежегодно производят более 1000 тонн меда. Лидерами по количеству пасек остаются Бахчисарайский, Белогорский и Раздольнинские районы. Основные объемы товарного меда, 98%, производятся в личных подсобных хозяйствах. С 2016 по 2018 год Минсельхозом Крыма 6 крестьянским, фермерским, хозяйствам предоставлены гранты на создание и развитие хозяйств более 8 миллионов рублей. Сумма субсидий на создание и развитие хозяйства начинающим фермерам нашего региона может составлять до 1,5 миллиона рублей. Более 200 тысяч рублей вымогали ялтинские чиновники у предпринимателя из Фароса. Их задержали с поличным. Двое служащих департамента муниципального контроля администрации Ялты подозреваются в получении денежного вознаграждения за нарушение земельного законодательства, правил благоустройства и торговли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. Ранее сотрудниками полиции были задержаны двое посредников, причастных к передаче части взятки. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Масштабным гала-концертом завершился 16-й фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры «Гезлев Капусы». На сцене выступили 50 лучших коллективов Крыма и России. В рамках мероприятия наградили победителей вокального конкурса «Алтын Сес». С места событий наш корреспондент Севиля Меметова. Открытый фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры «Гезлев Капусы» проходит в этом году в 16-й раз. На одной площадке собрались более сотни жителей полуострова. Для них выступают лучшие коллективы Крыма и России. На сцене 16-летний Султан Бердеев поет песню о родственниках. В солнечную Евпаторию приехал из Астрахани. Вот такие фестивали, и тем более в таких городах, в такие сезоны, они очень сближают людей между собой. Вот я никогда бы не мог предположить, что у меня появятся друзья из Башкортостана. Но и мне это очень действительно приятно.
фестивале участвуют 50 коллективов полуострова и России. Каждый из артистов показывает культуру своего края. Лучшие коллективы приехали к нам на фестиваль из республики Татарстан, Башкортостан, из Мордовии, а также Ростовской области и Ульяновской. Фестиваль стартовал 15 августа. Четыре дня в городе проходил праздник, в котором приняли участие известные поэты и писатели, ремесленники и спортсмены, музыканты и артисты полуострова. Это очень здорово, потому что люди обмениваются положительной энергетикой, люди узнают друг друга, узнают свои обычаи, традиции. И самое главное, что мы сегодня, крымские татары, можем поделиться своим искусством, культурой. Заключительным этапом стал галоконцерт с участием победителей вокального конкурса «Алтын Сес». Ринату Салихлянову, певцу из Башкортостана, кубок вручил генеральный директор телеканала «Милет» Ирвин Мусаев. По его словам, в скором времени компания будет снимать про него ролик. Ваши бурные овации! На сцене ансамбль «Крым». Практически 30 лет они развивают и популяризируют крымско-татарскую культуру. Надо чаще демонстрировать наше творчество, чтобы оно имело, мы будем говорить, может, большие слова, всемирный размах. То есть в каждом уголке мира можно было услышать, увидеть, узнать крымских татар. Фестиваль «Кизлев Капусы» уже стал доброй крымской традицией. Он дает возможность не только продемонстрировать национальные обычаи крымских татар, но и познакомиться с культурой тюркского мира. Такого формата мероприятия является местом притяжения и объединения всех людей вне зависимости от национальности, вероисповедания. И в Патуре имеет глубокую культуру, многовековую историю, где пересекались различные конфессии и народы. Завершился фестиваль праздничным салютом. По словам организаторов, в следующем году программа мероприятия будет еще интереснее и насыщеннее. Севиля Меметова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет». Скульптура крымского художника Айвазовского представлена на выставке «Защитником русской земли», которая открылась в аэропорту Симферополя. В скульптуре Иван Айвазовский, чьим именем назван аэропорт, изображен в процессе создания полотна. Это наша история, и ее надо как бы не забывать. А как не забывать? Не только словами, но и картинами, своими скульптурами. В терминале воздушной гавани выставлены 18 бронзовых скульптур, посвященных как выдающимся деятелям в истории России, так и героическим эпизодам прошлого. Автор выставки – заслуженный художник России Роман Фашаян. Для посетителей аэропорта Симферополь представлены скульптуры маршала Жукова, князей Юрия Долгорукова и Александра Невского. Художник Роман Фашаян демонстрирует экспозицию в различных городах России с 2017 года. Я бы хотел, чтобы эта работа, композиция, скульптура была бы установлена здесь при въезде в аэропорт Симферополя. Кроме скульптур, в экспозиции представлены 20 картин учеников Московской детской художественной школы. Выставка «Защитником русской земли» продлится до 20 сентября. Более сотни зрителей собрал фестиваль финно-угорских народов на набережной Ялты. В рамках Дней мордовской культуры с 17 по 19 августа на сцене выступили заслуженные артисты России, Мордовии и Крыма. Ансамбли из Пензы, Ульяновска и Санкт-Петербурга исполнили народные композиции. Наше назначение – духовное обогащение. И вот в наше время надо обязательно проводить такие праздники, чтобы молодежь заинтересовать, хотя очень приятно, много молодежей, и подходят после концерта, благодарят за вот такой концерт. Фестиваль проводится в Крыму второй раз при поддержке Госкомнаца, Дома дружбы народов и Крымского центра финно-угорской культуры. Мы хотим сохранить традиции и культуры нашего народа и показать другим народам, что есть такой народ и имеет право быть не в последних рядах крымского нашего полуострова. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом «Милет». Хорошего вечера.